день, друзья! С вами Виктория. Добро пожаловать ко мне на кухню. Сегодня готовлю шашлык из курицы. Шашлык в духовке. Шашлык у меня будет из куриного филе. Можно использовать другую мякоть курицы, например, бедра или голень. Шашлычок у меня будет сразу с гарниром. Все готовится очень просто и быстро. В процессе приготовления я вам буду рассказывать, какие ингредиенты мне понадобились. Сначала займемся куриным филе. Нарезаем куриное филе на небольшие кусочки. Все, что не нужно, лишние жирочки я убрала. Ну вот, на кусочки примерно вот такого размера. И перекладываем в отдельную емкость. Куриное филе нам нужно замариновать. Для этого нарезаю две небольшие луковички. Можно взять одну большую на полукольца. Курицу добавляю лук, выдавливаю 3 зубчика чеснока, чеснок берите по вкусу. Добавляю 1 чайную ложечку соли. И у меня здесь приправы, смесь разных приправ. Здесь много всего, перцы, в общем, специи добавляйте по вкусу. И все это поливаем растительным маслом. Примерно 4 столовые ложки растительного масла. И все хорошо прямо руками перемешиваю, чтобы все специи распределились равномерно по всей курице. Все накрываю пищевой пленкой и убираю хотя бы на 30 минут в холодильник промариноваться. Ну а лучше убрать, конечно, минут на 40 или хотя бы на час. Для того, чтобы шпажки не подгорали в духовке, у меня шпажки деревянные, я их заливаю холодной водой. И пока курочка наша маринуется, у нас шпажки как раз побудут 30 минут в воде. В качестве гарнира я буду использовать картофель, лук-порей, болгарский перец и чеснок. Можно использовать любые овощи по сезону. Можно также добавить кабачки, баклажаны, морковь. Сразу будет у нас и шашлычок, и гарнир. Картофель нарезаю на тонкие кружочки. Нарезать нужно именно тонко, чтобы картофель успел пропечься. Так как курица будет запекаться быстро, нарезанный картофель сразу прикладываю в емкость, в которой будем запекать наши шашлыки из курицы. Картофель солю. Добавляю специи. Здесь у меня перец, паприка и сушеная горчица. Здесь смесь всяких вот перцев, вот такие. Я в России их покупаю, когда езжу в гости. Очень вкусные. И поливаю растительным маслом. И перемешиваю. Перемешать нужно так, чтобы растительное масло покрыло весь картофель. Затем нарезаю лук-порей. Так, не слишком мелко. Болгарский перец и чеснок. И всю эту красоту выкладываю сверху на картофель. И вот такой гарнир у нас получился. Пока я подготавливала шпажки и гарнир, курочка уже промариновалась. И сейчас мы ее будем одевать на шпажки. Можно одевать лук, но я лук не буду одевать, потому что лучок в духовке может подгорать, получится не очень красиво. Поэтому я лучок добавлю в гарнир. Шашлык и так уже хорошо промариновался лучком. Этого будет достаточно. Ну вот где-то 5-6 кусочков на каждый шашлычок. И вот так выкладываем сверху на гарнир. Проще не бывает. И получается такая вкуснятина. Смотрится красиво, вкусно и быстро все. Когда нету возможности поехать на природу и сделать шашлычок на природе, то этот вариант очень даже удачный. Вот лучок я переложила в гарнир и выкладываю. Посмотрите, какая красота. Запах ошеломляющий. Шашлычки у нас будут, прелесть. И весь жирочек будет стекать прямо в картошечку. Замечательно вообще. Желательно, чтобы вы брали вот такие шпажки, которые, чтобы они опирались на формочку. Вот так, вот таким образом.
Шашлыки из курицы отправляем запекаться в ранее разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут. Прошло 30 минут, курочка запеклась, в принципе, ее можно уже подавать в таком виде, но мы любим позажарить, и я ее переворачиваю вот так на другую сторону и буду запекать еще 15 минут на режиме с конвекцией или режим гриль можно поставить. Посмотрите, какие красивые, румяные и аппетитные получились у нас шашлыки в духовке. Попробуйте и вы приготовить такие шашлыки и напишите мне в ваших комментариях, понравился ли вам рецепт. Всем желаю приятного аппетита, подписывайтесь на мой канал, а я уже жду вас в новых видео с новыми рецептами.